Я надеюсь, не отравлюсь. Всем привет, ребята! И вы находитесь на канале Мария Гро. И сегодня мы с вами снимаем челлендж «Да или нет?». Но перед началом этого ролика ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал. А сейчас я вам объясню, в чем заключается суть этого челленджа. Суть такая, что мы с Аней будем выбирать слова «да» или «нет». Но в зависимости от того, что мы с ней выберем, то и будет попадать на нашу голову. Это может быть какое-нибудь наказание. А также сладость. Да. Так что мы не знаем, что нам будет попадать на голову. Каждый будет из нас делать выбор сам. Пожелайте нам удачи. И погнали! Итак, ребята, раунд первый. Итак, ребята, я первая. Я буду показывать такие листочки, да или нет. Так. Выбирать, да? Да. Да. Что это, Аня? Ты дома? Аня, ну что? Это яйцо, что ли? Да. Аня, блин! Ты что сразу с первого раунда начала? А? Аня! Ну ты совсем... Все руки в этом яйце. Ты вообще нормальная? В первом раунде? И вот такое делать? Ой, блин, Аня. Это вообще вот что? Аня, ты вообще нормальный человек. Что ты ходишь как это? Потому что у меня ноги все промокли. Да вот нормально, нет? Вот это нормально, нет? На голове непонятно, что творится. Блин. Я не думала, что ты в первом раунде так жестко будешь. Я даже глаза открыть не могу, это значит что? Выбирай. Думай, думай, быстрей. Давай. Нет? Да. Ты выбрала свеколку, и знаешь для чего? А могла бы выбрать газировочку, кстати. Но не суть. Это для того, чтобы ты... Знаешь, что сделала? Сделала румяна. Да, румяна. И сидела так до конца игры. Я сама, давай сделаю. Нет, я! Я нормально сделаю, правда. На все лицо. Да нормально сделаю. Да, не жмурься. Ты на все лицо ты делаешь. Я на все. Ну, Маша, ты куда? Я теперь румяна. Там нету, не ложат румяна. Я ложу. Кладу. Надо кружочек делать. А я что делаю? Квадратик, что ли? Ага! Подожди! Ох, какая деваха! Маша! Стой, подожди! Ты Маша! Да Маша, там помада! Да Маша! Ты потом мужчины вылезут! Это наказание! Чего у тебя лицо какое-то расквашенное? Даниного раунда? Нет. Что нет? Нет. Ну вот, с этой стороны. Нет. Ага, понятно. Опять что-то? Нет. Это чипсы. Ну хотя бы что-то. А там что было? Чай. А что? Это мой раунд. Та-та. Так нельзя. Выбирай. Давай. Это? Маша! Капельку. Давай. На, перчик. Кушай. Никого не слушай. Да нормально. Ты откусил, ты не откусила даже. Ты что, за дурака меня принимаешь? Все? И чё, как? Чё? Нормально? Чё? 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 Что? Чё? И чё, горячо? Чё? Это необычный перец. Какой? Чили.
Нет. Нет? Нет. Тебе нужно будет съесть корм этот. Какой? Для рыбы. Для рыбы корм? А тут будет такие еще. За что? Я хочу. Ой, фу, ну и вонь, конечно. Кот ест, ничего. Ну это кот, а я-то человек. Фу. Давай. Я надеюсь, не отравлюсь. Все, хватит. Неси воду. Неси воду, Аня. Это? Сухарики. Ну, кстати, тут ничего такого плохого не было, тут была конфетка. Правда, одна. Марсианка. Марсианка. Моя самая нелюбимая конфета. Сейчас давайте откроем. О, мои любимые кирки. А мне? Ты же мои брала? Зубы сломаешь. Надеюсь, выберу нормальные, не как обычно. Да. Тебе повезло. Это Это нежный бисквит с банановой начинкой. А там что было? Лимон. Ну, в принципе, нормально. Пробуем, ребята. Ух ты ж, ух ты ж, красота какая. Ой, это слоненок. Вкуснятин, пошлите дальше. Выбирай. Это? Да. Точно? Да. 100%? Да. Ладно. Чупа-чупс! Здоровенный чупа-чупс! А что это было? Это сало было. Сало тоже нормально. Не знаю, для меня... Без хлеба, конечно, не нормально. Четвертый раунд. Я не знаю, что мне выбрать. Я выбираю. Нет. Блин, это мыли лапки. Мыли лапки. А это было помыть гору посуду. Гору? Да, какую гору? Я там испачкала. Ты бы специально испачкала посуду, а потом я ее мыла? Да. Зашибись. Пробуем мармеладки, ребята. Чего? Это мой раунд. О, это будет. У нас есть... Аня! Вкуснятина, погнали дальше. Все? Да. Нет. Думай. Так. Нет. Получается вот это, да? Да. Окей. Что это? Маш, куда пошла? Это было в твоей руке. А ты поменяла бумажки, поэтому я тоже поменяла. Так, не, Маш, честно. А так честно? Нет. Ты зачем-то бумажки поменяла, я поэтому тоже поменяла. Садись. Что это? Узнаешь. Это уксус? А, конечно, сейчас я уксусом полью. Вода лучше? Да садись. Маш, скажи. Да, вода. Давай. Маш, сегодня у меня в школу завтра. Зашивать нельзя, Машка. Нормально? А мне нормально с яйцом было? Все румяна стерло. Че, зависло? Че, зависло? Это че? Давай. Ой, я коломана. Так, выбираем. Нет. Батончик, а там что? Ну, в принципе, ты две вкусняшки, что ли, туда? Да. Это типа бонус такой. Ну ок, попробуем эту шоколадку. Или что это такое? Красиво выглядит, я так вам скажу. Да, шикардосно выглядит. Ну ладно, что ешь? Это же мой. Вкусно. Что похоже наши эти штучки уже? Выбирай. Тут. Это? Да. Маршмеллоу! А вот это мое!
Нет. А это мое. А это их. Маша, лук тоже такой. Какие они маленькие. Вот, дай мне лук. Такие мягкие. Опа, Джессика тоже хочет. Идеальное кофе. Ой, Джессика 8, да? И тебе много нельзя. А теперь откроем вот это. О, обожаю. Ням-ням. Смотрите, на-на. Вот так, вкусняшка, да? Ням. Так грызывай быстрее. Вот и подошло наше видео к концу. Ну и кому понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал. А если вам нравится смотреть такие ролики, то переходите на мой канал и смотрите другие. И на мой канал тоже обязательно. Да, у Ани тоже есть канал, ссылочка будет в описании. Поэтому всем пока-пока, всех люблю, всех пока, всем любим, пока.